Меня зовут Еня Наталья Сергеевна, я учитель информатики в ДАИ. И сегодня я приглашаю вас к себе в гости. Это мое рабочее место. Тут я готовлю и веду уроки. Сегодня выходной, а по выходным, как видите, код запрещает мне работать. Поэтому у меня есть много свободного времени, чтобы заняться домашними делами. Например, я могу пропылесосить. Алиса, время уборки. Начнем. Алиса, я устала убираться. Ну что, пойдемте дальше? Я, как и многие, люблю путешествовать. Кто-то из поездок привозит брелки, кто-то магнитики, кто-то тарелки, а я из поездок привожу кружки. У каждой семьи есть увлечение, которое объединяет ее. Этим летом, например, мы с родителями и братом собрали квадрокоптер, который летает. Летает очень даже хорошо. Но показывать я вам не буду, это в закрытом помещении, это опасно. И осталось показать вам самое главное. Хозяина этого дома. Он сейчас спит, но мы тихонько его разбудим и познакомимся с ним. Пойдемте. Проснулся. Давайте знакомиться. Это Хамон. Он любит есть, он любит спать, он обычный кот. Привет, всем привет. Веди себя прилично, тебя снимают. Прилично, прилично ведем себя. Кс. Он как плюшевая игрушка. Ты плюшевый. Нам сейчас не поверят, камон, нам сейчас не поверят, что ты плюшевый. Так, ну-ка, плюшевый кот. Давай мы покажем, как мы умеем сидеть, да? Давай. Сидим. Недавно мы научились выполнять команду. Камон. Камон, сидеть, молодец. Школа — это место, где я могу делиться с другими людьми своей жизненной энергией и знаниями, и где я могу других людей воодушевить, ставить перед собой какие-то важные для них цели и стремиться к ним. Ну что, всем до свидания?